Всем привет! Вы на канале Sir Brothers. Меня зовут Валентин. Сегодня мы разберем основные инструменты нашего движения по волне. Чтобы проще было объяснить, представим, что вы находитесь в автомобиле. Находясь за рулем, у вас есть движение вперед, а именно педаль газа, и движение назад. Даже можем назвать это коробкой передач. Передняя скорость, задняя скорость. В этом движении мы заваливаемся вперед, двигаемся, и также заваливаемся назад, двигаемся. Чем сильнее и интенсивнее падение, тем быстрее ваша скорость. У вас есть руль. Руль в данном случае вращается только после того, как вы посмотрели. Допустим, я поворачиваю влево, я смотрю, потом разворачиваю руль. Поворачиваю вправо, сначала смотрю, потом разворачиваю руль. Здесь у вас существует связка глаза и плечо. То есть для того, чтобы ехать влево, я сначала смотрю, потом разворачиваю плечо. Вправо смотрю, разворачиваю плечо. На волне взгляд – это самое важное. Если вы отслеживаете движение, вы едете в четко направленную точку. В повороте я сначала смотрю в сторону поворота, потом поворачиваю. Как это работает? Допустим, на фронтсайде, направляясь вперед, я разворачиваюсь, смотрю, левое плечо и левое бедро у меня работают связки, потому что без бедра мне будет неудобно тянуться плечом вперед. На бэксайде это более понятно. Почему? Потому что сначала я разворачиваюсь, смотрю, идет плечо. Если я не включу связку бедро-плечо, у меня получится так. Если я развернусь вместе с бедром, у меня получится вполне комфортно. Вперед и назад. Взгляд, плечи и бедра. Для того, чтобы поехать вперед, я должен доску чуть-чуть развернуть. Это происходит с помощью связки плечо, затем бедро. Доска разворачивается носом вперед, и после этого мы уже делаем наклон, то есть двигаемся вперед. Движение назад происходит то же самое. У нас включается плечо, бедро, доска разворачивается назад, и после этого мы уже делаем движение назад. В отличие от машины, у нас есть дополнительный инструмент управления. Это так называемый подъем на волну и спуск с волны. Прежде всего, находясь на доске, старайтесь немножко больше веса давать на заднюю ногу. И после этого, для того, чтобы подниматься на волну выше, мы корпус отклоняем в сторону задней ноги и больше сгибаем ее. Чтобы у вас не получалась ошибка, что вы наклоняете корпус, при этом положение ног у вас не меняется. То есть вместе со сгибом ноги направляем корпус назад, поднимаемся на волну выше и спускаемся. Поднимаемся и спускаемся. Еще раз повторим, то есть для того, чтобы подняться выше на волну, мы корпус заваливаем чуть-чуть назад и больше акцент даем на заднюю ногу. Для того, чтобы спуститься с волны, мы вес перемещаем слегка на переднюю ногу. На заднюю поднимаемся на волну и с волны спускаемся. Итак, теперь вы знаете три основных инструмента нашего движения по волне, а именно движение вперед-назад, повороты и подъем-опускание с волны. Оставайтесь свободны, живите серфингом. Серфинг – это свобода. И увидимся на волне.